Это метро Филатов Луг. Лесок зашел просто случайно. И вот такую вот картину видал. Видите, сколько мусора рядом с метро. То есть здесь по полной отрываются, мусорят и никуда не уносят. И вот даже перчатка с факом есть. Лес чудесный, но там какое-то кладбище хованское. Дальше идет папоротники, процветают. Что тут еще? Ольха, елочки, рябинка. И должна быть черника, кстати. Может быть. Ну и крапивы куча. И бутылок валом. Берегите лес московский. Не бросайте в него мусор. Всем привет.